שלום לכם, פרדשיים הלכות חנוכה, יעשון שדברי תורה למשמת כל נתונים וחלם, חייסר בתמרה, ובת אסתר. השיחת המטרוף, בת המטרוף, שמע אלוהו חיים בן מרים, וגם שמעון חיים בן מזל. תום מצווה מפריחודים, זקונם, מסלה אי פיצילי כתורי פריגודני דליה זרשגניה חנוכלנק סמישי. גברית הלכה, לובי בידה מסלה. Хлопковое, оливковое, любое другое масло подходит для зажигания ханукальных свечей. Но самое лучшее масло это оливковое масло. Это то масло, которое использовали в Бет-Амикдаше. И именно с этим маслом было чудо на Хануку. Поэтому самое лучшее зажигать с оливковым маслом. Человеку, у которого недостаточно денег купить оливковое масло на все 8 ночей, на все свечи и дополнительные тоже, говорит Аллаха, может каждую ночь включать одну масляную свечу, а все остальные включать парафиновые свечи, добавочные, вторую, третью, четвертую и так далее. Если у него не хватает денег и на это, то тогда пусть он зажигает все парафиновые свечи. Не зажигает часть отдельная, часть других, тогда зажигает все парафиновые свечи. Человек, который устанавливал парафиновые свечи, и ему принесли оливковое масло. Что ему делать? Говорит Аллаха, может парафиновые свечи убрать и исполнить мицву с парафиновым маслом. Но если он с оливковым маслом. Но если он уже начал говорить благословение на свечи, и потом ему принесли это масло, тогда он должен зажечь те свечи, которые уже у него стоят, эти парафиновые свечи. Какие фитили подходят? Говорит Аллаха, любой фитиль подходит. Но желательно, чтобы этот фитиль был или из хлопка, или из льна. Дальше говорит Аллаха, человек, у которого электрический ханукальный светильник, или газовый ханукальный светильник мицву он не исполняет. Поэтому те, кто хотят поставить, я не знаю, все в магазине, в бизнесе, чтобы было видно, какой день Хануки, могут они поставить, но благословение на это говорить нельзя, и мицву они не исполнили. Газовый светильник, там нету даже фитиля, поэтому мицву он не исполняет. Желательно и очень правильно, чтобы у человека был красивый светильник, который для того, чтобы исполнить мицву, в приятном сосуде для исполнения этой мицвы. И заключительный Аллаха на сегодня говорит, по закону фитили обязаны я каждый вечер менять или нет? Говорит Аллаха, по закону я фитили каждый вечер менять не обязан. Если у меня остался фитиль с прошлой ночи, я могу его тоже зажигать. Но есть, который устражает закон и каждую ночь, каждый вечер меняет фитиль в память о Бет-Амикдаше, в память о том, что было в этом Амикдаше, там каждый вечер меняли фитили, каждый день очищали минору. В память об этом есть, который меняет фитили каждый день. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.